Дорогие друзья, с вами Прибалтийская дача. Приглашаю всех любителей цветов, потому что сегодня мы будем проращивать уже наши георгины. Но основная у меня масса, конечно, георгин хранится на даче, в подвале. И, конечно, я еще их не буду. А вот эти вот красавцы, которые у меня два клубня здесь хранилось в холодильнике. Вот я сейчас их достану. Вот. Это удивительные сорта мои. Вот фотографии вы тоже сейчас увидите, это все с моего дачи. Единственное, что они вот такие вот, они хочу вам сказать, очень мало наращивают такую свою массу. Вот этим уже георгинам 3 года. Вот я их специально аккуратненько выкопала. То есть цветы она дает огромные. Вот этот вот у меня желтый лимонный. Это Кельвин, это Floodlight. Вот Кельвин Floodlight. Видите, уже начали маленько прорастать. Вот здесь, по-моему, тоже. Вот. И вот это розовый Lavender Perfection. То есть у них цветы, друзья, больше 30 сантиметров. Это великолепный просто вид. Но вот почему-то наращивают вот все, конечно, наши савдековские георгины, которые у меня существуют. Они у меня просто вот такие. Их можно поделить на все садоводческое общество. Вот. А здесь вот, конечно, приходится... Вот с этими товарищами немножко как-то, может, потому что они импортные, не знаю, наши савдеповские георгины, может, разрастается невероятно. А вот это, конечно, надо аккуратно. Все, мне тоже соседи говорят, Лена, поделись своими георгинами. А как мне поделиться, если вот, друзья, вот такие вот, понимаете, вот, по сути дела, уже должен быть такой комок. Но, во всяком случае, хочу сказать, они очень шикарно цветут. И цветут просто невероятно, что даже шапки ломаются. И поэтому я, конечно, 2 забрала к себе в холодильничек положить. И сейчас хочу их на проращивание, чтобы они чуть-чуть пораньше зацвели. Потому что, ну, хочется такой невероятной красоты. Вот один розовый, желтый лимонный, другой, значит, розовый. Значит, что мы будем делать? Вроде кажется, что просто достал. И проращивай. А нет, хочу сказать, надо прежде всего посмотреть, нет ли у нас каких-нибудь больных, значит, клубней. Значит, сейчас, одну минуточку, я возьму ножницы. Ну вот, можно посмотреть, вот маленький, вроде бы они так у меня, но все равно вот здесь вот какой-то тут поломанный. Вот. Здесь вот. В принципе, там хорошо у меня тут даже, смотрите, не высох ничего, потому что холодильник тоже этот No Frost. Сейчас овощей-то не очень много, поэтому немножко это место у меня там есть для гладиолусов, таких вот элитных, и вот для элитных георгин. Ну, по сути дела, здесь больше, здесь он, ну, не будем пока трогать, пусть появятся первые эти отростки. Вот, что надо делать? Конечно, вот, когда будем сажать, можно еще Максим замочить. Марганцовку, Максим. Это для обеззараживания всяких бактериальных, всяких заболеваний. Сейчас даже прочитаю вам. Протравитель, значит, луковиц, цветов. Профилактика заражений, лечение цветов всевозможными почвенными инфекциями. Можно даже на худой конец зеленка. Это я вам хочу сказать еще. Вот если вы даже обрезаете... Вот и видите, что тут не очень хорошо, то может вот этой зеленочкой даже прижечь. Вот, я просто вот положу, вот, видите, они у меня такие упругие, хорошие. Значит, и второй тоже вот смотрим. Вот здесь немножко тоже надо пообрезать. Вот это вот все убирайте, не жалейте. Вот видите, в подвале-то тоже хорошо хранится, но там уж пожалела, думаю, может высохнуть. Потому что те большие, которые, извините, в ящик, у меня большой ящик вмещается только один георгин, значит, как бы не страшно, что там может там подмокнуть или что, можно всегда обрезать. А вот эти вот красавицы, которые очень плохо, конечно, разрастаются, друзья, конечно, с ними надо аккуратно. И поэтому вот я их взяла, вот видите, здесь уже где-то, вот маленький уже корешочек какой-то. Почечки-то не видно, они, потому что еще рано. Вот я положу вот сюда. Что еще надо сделать? Вот беру эту грязь. Вот сюда, вот сюда. Вот. Можно добавить, как не то, что стимулятор роста, но можно стимулятор роста. Во-первых, эти георгины у нас бедные были выкопаны, естественно, наверное, в конце сентября, начале октября.
И, по сути дела, уже 7 месяцев, друзья, не получают никаких витаминов. И, конечно, чтобы они не подсохли, можно, конечно, даже иногда вот сделать подложку из мокрых опилок и положить туда. Тоже будет очень неплохо. Во-первых, не даст этим клубням высохнуть. Но я так думаю, что мы будем... Я тоже сейчас положу на балкон в прохладное место. У нас там балкон не солнечный, потому что желательно это. И буду иногда раз в неделю еще сбрызгивать. Я сюда вот налила вот HB101. Это великолепный тоже такой, как натуральный стимулятор и роста. И поэтому, если кто не пользуется, приобретите его. Это очень хорошее средство. Вот я просто сейчас... немножко, вот как вы видите, побрызгала эти клубни, чтобы они как бы хоть немножечко каких-то витамин понабрались. И все, и поставлю теперь, как я сказала, в прохладное место. Можете, вот еще хочу сказать, тоже неплохо продается сейчас вот хлорелла, суспензия хлореллы, тоже это биостимулятор. Вот, много, конечно, всяких средств, но как бы лучше выбирать, конечно, все натурально. Вот, вы видите мои фотографии, которые шикарные, эти цветы, я говорю, они в радиусе 30 сантиметров, эти головки, которые даже падали, потому что даже стволы, вот, они толстые, они не выдерживают. Так что вот, давайте для раннего цветения уже доставать свои георгины, и можно уже как бы их проращивать. Так что с вами, друзья, была Прибалтийская дача. Всего доброго, красивых нам цветений. Кто не подписывался, подписывайтесь. Очень рады гостям на своем канале. Так что до новых встреч!